Всем привет! Всех обнял, приподнял, покружил. С вами Иллинойс, и у меня очередная серия по Lucid Dream, что в переводе означает сон Люси, либо мечта Люси. В предыдущей серии я тут избавился от души. Она была душой нашего отца. Нас попросила об этом, или попросил Метатрон. Говорит, тут заблудшая душа, не может найти себе места. Помоги ей. Мы дело сделали. И теперь возвращаемся к Метатрону. Так, нам, как я понимаю, идти сюда надо? Нет, не сюда. Выше. А выше не можем, да? Значит, ниже. Нет. Странно. Я не могу. Или тут еще ниже можно спуститься? А, еще ниже тут можно спуститься, да? Во, отлично. Теперь идем сюда и заходим сюда. Все, отлично. Идем к этому персонажу и разговариваем. Душа твоего отца поднимается высоко над облаками. Скорбь и тоска улетают прочь. Ты отлично справилась, Люси, не плачь. Что бы ни случилось дальше, теперь я уверена, что папа в безопасности. Вы встретились не случайно, даже я не смею играть судьбой. Я обещал провести тебя на совет богов, так что скоро начнется следующая часть твоего путешествия. Но сначала тебе нужно сделать еще кое-что. Принеси хорошие вести маме. Спасибо, прощай, папочка, скоро увидимся. Метатрон. Это оказался все-таки персонаж мужского пола, да? А я думал, все-таки это девушка. Так. Мамуль, привет. Люси, доченька, вернись к мамочке. Я? Все в порядке, должно быть, я задремала. Милая, когда я зашла в комнату, ты сидела неподвижно и не реагировала, будто в трансе. Мама, я думала, что это просто сон, но все это правда. Я не совсем все понимаю, но думаю, что знаю, как нам помочь. Мне только нужно... Я никогда тебя не... Никогда тебя не прошу... я никогда себя не прощу. Я заставила тебя страдать. Как я не замечала, что моя болезнь усиливается. Мама, прекрати, просто послушай меня. Так, пока что непонятно, что вообще происходит. Папа с моих снов напоминает мне о нашей встрече. Нужно показать маме. Так, что у нас тут? Думаю, что мама видела, что она разбита. Так, пойдемте тогда сейчас маме и покажем рисунок отца. Все еще заперто. Так, где же ключ? Ну, где-то маман запрятала его. Если все закончится хорошо, мама сошьет мне новое платье. Приветик, дорогая Моль, я скучала по тебе. Здесь нет, наверное, ключа. Так, мамуль, ну тебе тут это... рисуночек отца. Мам, ты знала? Папа в безопасности, он не страдает, и он хочет того же для нас, я говорила с ним. Дорогая, мы больше не можем откладывать визит, завтра мы пойдем к... Какой визит? Ты слышала, что я сказала? Я говорила с папой. Все хорошо, милая, тише, ложись спать. Так, я не могу понять, то ли у нас Люси сумасшедшая, то ли мама. Пока что непонятно. Быстрее, пока мама не заметила. Так, это что у нас? Пустая рамка. Давайте все соберем здесь. Три картонных облака. Ветки нам не нужны? Нет, не нужны. Так, может быть, здесь что-нибудь можем зацепить? Нет? Кукла, я скучаю по тебе, но лучше закрыть печь. Логично. Логично. Так, здесь мы все взяли. Ну, погнали отсюда, что нам? Тут больше нам тут ловить нечего. Что я наделала? Надеюсь, еще не поздно. Ей становится все хуже. Я должна попасть на совет богов, о котором говорил Метатрон.
Подождите, посмотрим. А тут ничего интересного, да? Может, маме там... Да. Непонятно, зачем тут маме давать эту рамку. Здесь мы идем сюда и открываем этот комод. Интересно, что там внутри? Что это? Почему мама спрятала его здесь? Похоже, это она нарисовала, но я не припоминаю, чтобы она... 4 картонных облака, рисунок. Так, нам что-нибудь надо отсюда взять? Ну, только посмотреть, да, можем, и все. А так Люси не говорит ничего. Может, так будет виднее. Так, не знаю, зачем свет включать. Может, так и надо, кто его знает. Так, я все еще не раскрасила ее. А надо бы раскрасить. Давай-ка попробуем. Да ты не берешь. Мелки-то взять надо как-нибудь. Ну, наверное... Тебе это не надо. Так, а что за рисунок-то? Ага, рисунок надо вставить в пустую рамку. Идеально подходит, как будто они всегда были единым целым. А подожди, а ты можешь раскрасить, интересно? Нет, да? Рисунок в рамке с облаками. Ух ты! А зачем? А зачем это? А ну-ка пойдемте маме дадим. Не самая лучшая идея. Может, куда-нибудь сюда повесить? Не, никуда, не надо. Так, ладно. Хорошо. Хроники Нарнии, Льюиса. Я потеряла эти книги. Как они здесь оказались? Когда-то я запишу всю эту историю в дневник. Мне кажется, да, тут у Лиси проблема с головой. Реально. А может быть и нет. Непонятно. Непонятно. Ну, ладно, будем разбираться. Папочка, теперь я знаю, что ты в хорошем месте. Мамочка, скоро ты снова будешь смеяться. Возможно, однажды я дорисую крылья. Да, мне кажется, беда у Люси. Ты бы никогда не грустил в тех снах. Я могу снова попробовать полетать на воздушном змее. Ловец снов пропал навсегда. И может, я могу повесить что-то другое? Ну а что? Ну давай рисунок повесим. Логично? Логично. Может быть, мы сможем поймать для меня сон? Чего? Все трясется, может, снова откроется портал, не могу дождаться. Опа, Метатрон. Не волнуйся, Люси, я пришел выполнить свое обещание, я покажу тебе дорогу к Совету Богов. Метатрон, я так ждала тебя, я знала, что ты ей появишься. Принеси свою просьбу богам, но сначала ты должна открыть врата. Тогда поспеши, маме с каждой минуты все хуже. Держитесь, приключения, Люси идет. Люси, ты была очень вкусна. Хэппи-энд. Ой, тут хэппи-энд, the end. Где-то в конце туннеля должны быть ворота. Я чувствую себя такой слабой, но нужно идти. Я надеюсь, здесь не будет загадок в стиле игры Neverhood, наверное, вы не знаете о ней. Помню, я в детстве ее пытался пройти, но очень сложный квест такой был. И там был такой длинный-длинный коридор, и там надо было по стенам смотреть, что-то там... Я уже не вспомню это. Там то ли были подсказки, что-то такое, но надо было с этим делом поразбираться, и я потратил на это очень большое количество времени, и так игру-то и не прошел. Хотя, может быть, сейчас бы с удовольствием бы в нее бы заглянул, потому что игра реально крутая, полностью сделанная из пластилина. Есть, кстати, армикод. Еще. Так.
Погодь. Не могу сдвинуть дверь, нужно придумать что-то еще. Так, я понял. Раз. Пятая кнопка, да? Так. Так. Нет. Так, это нажимаем. Лево, лево, вправо. Нет. Так, так. 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 Нет. Так. 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 Лево. Лево. Ну. И. Ага, все. Нормально. Идем дальше. Так, здесь у нас что? Похоже на механизм. Ну, понятно. Только надо его разгадать, этот механизм. Сейчас. Я вижу, здесь висит ломик. Берем его. Для чего ломик, пока что не ясно. Это те врата, о которых говорил Метатрон. Ну да. Логично. Так, и что надо сделать нам тут? Наверное, ломик применить, да? Ломик не применяется никаким образом. А сюда? Я не знаю, зачем мне делать такое. Опа, ну может быть в портал сюда зайти? Ага, все правильно, в портал. Перелетаем сюда. И... Так, ладно. Передвинули. Полетели. Передвинули. И никуда не полетели. Странно. Не понял. Передвинули. А, может... Да нет, я возвращаюсь сюда. И не понял я. Юмора. Так, если... Даже заходим сюда. Может, ломик применить? А, переключатель с одной точкой. Ясно. Так, его можно сюда применить? Куда-нибудь? Здесь есть что-то. Переключатель с двумя точками. Теперь ставим этот сюда. А сюда. Так. А если я вытащу его, переключатель? Работает, да? А если здесь? А если... А-а-а. Это мы сюда возвращаемся. Так, ясно. Все, потихонечку начинаю разбираться. Если мы вот... А если вытащим? Выключается, да? Если ставим, то включается. Теперь. Значит, мы летим сюда. Правильно? Не понял.
Переключатель с тремя точками. Ребят, кое-какие мысли меня тут посетили. А что, если попробовать... Вот так вот все тут надо делать. Да, так и есть. Надо эти штуки было просто повытаскивать. Вон как все. Все намного проще. А я думал, тут надо за счет них... Перелетать, так. Ну да, так и есть. Ай, вот это да. Времени, конечно, я там потратил очень много. Думал, что надо перелететь вот отсюда на левую платформу. Хотя, может быть, сейчас и надо будет так и сделать, не знаю. Переключатель с тремя точками. Хотя, слушайте, может быть, да. Подождите, а почему? Сколько там точек? С тремя... А почему тремя? Тут написано две точки. Или все-таки надо как-то перелететь туда? Все-таки надо, да? Хотя, может быть, и не надо будет. Сейчас посмотрим. И куда ты? Так, попробуем. Нет, надо. Нам надо будет еще найти. Еще одну штуку. Ну, пока что, ну, с этим мы разобрались, да? Так, так. Ну, так вот где-то должен. А хотя, может быть, и можем попасть как-нибудь. Нет, все-таки, или не можем попасть. Да нет, криво становится и все. Надо все-таки нам тройную тоже находить. Ну да, так, окей, ладно, тогда я думаю, дальше как там надо все-таки нам попасть туда. Сейчас буду выискивать путь. Ну, видимо, да, где там внизу загорается портал, надо через него как-то туда попасть. Окей, ладно, думаю дальше. Ребят, представляете, да, тут... Оказывается, все было проще, как я думал. Или... А, или нет. Не понял я, как тут попал вот сюда, я... Каким образом здесь я оказался? Вообще непонятно. Или подождите. А-а-а, вон оно что. А я думал, он не может достать, а оказывается, все оно достает. Ну ладно, да, потратил этот много времени. Я думал, все посложнее будет, а оказалось на проверку все по-другому. Ну окей. Ну окей, ладно. Мне надо найти дверной... С одной точкой.
вытащим. Да. Я думал, все будет сложнее. А оказалось, на проверку оказалось все проще. Я сидел тут, выдумывал, как правильно все сделать. И там, оказывается, можно было просто подойти. Плюс еще... тут написано с тремя точками, а здесь две точки. Ну ладно, окей. Пришлось немножечко посидеть, покумекать над этим делом. Давайте теперь выстроим правильно узор. Это те врата, о которых говорил Метатрон. Ну, дальше-то что? И... Как-то по-другому надо выстроить, да? Этот знак. А где-нибудь есть возможность увидеть этот знак, как он выглядит? Нет, да, нигде. Ну ладно, давайте подбирать. Ну, наверное, так должны они. Так рисунок должен стоять. Хотя нет, наверное, не так. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. В каком месте он идеально состыкуется? Рисунок. Есть такое. Не состыкуется он только здесь. Так, ладно, крутим. Так, ладно. Не могу понять, где бы тут все-таки рисунок-то увидеть? Правильный. Может так? Давайте попробуем так. А, ну да, есть контакт. Фух, разобрался все-таки я с этой головоломкой. Я, конечно, немножко поломал голову. Я думал, как мне перелететь туда правильно. Оказывается, можно было просто подойти и нажать на портал. Бывает же такое. Все намного проще оказалось. Ну ладно. Главное, нашел я выход. И идем мы на совет богов. Что это за существо? Похоже, оно уже слишком долго в объятиях моего брата. Гипноз, прояви немного сострадания. Разве ты не видишь ее страдания? Не бойся, дитя. Слушай Тару и подойди ближе. Никто не посмеет причинить тебе вред в присутствии Исиды. Почему ты здесь? Прошу вас, выслушайте меня. Моя мама страдает, она постоянно живет в плохих мыслях. Боюсь, она не продержится очень долго. Только боги могут нам помочь. Любовь – замечательное чувство. Ты очень смелая, даже если судьба настолько жестока к тебе. Но не судьба определяет дорогу человеческой жизни. Это выбор, который вы делаете сами. У тебя благородное сердце, но мы не собрались здесь без причины. У нас есть свои заботы. Мы не можем вмешиваться в дела на земле. Уходи, дитя, уходи, пока не утонула в реках забвения. Давайте продолжим наш совет. Я знала, что это будет нелегко, но я не уйду, я сделаю все. Как смеешь ты, я никогда не пойму высокомерие людей. Именно в этом наша проблема, гипноз. Мы не понимаем людей, потому они покинули нас. Она могла бы нам помочь, не потому ли мы собрали этот совет?
Тара права, у этого ребенка достаточно сил, чтобы пройти испытание и дать нам понимание человеческих намерений. Готова ли ты к испытанию? Я не подведу вас, я сделаю все возможное. Будет 3 испытания, Люси. Если ты пройдешь, то узнаешь, как можно помочь твоей маме. Иди к холмам, ты найдешь дом из черепов, где живет мой доверенный кентавр, Херон. Когда вы встретитесь с ним, ты узнаешь, что следует делать. Правильно, у тебя мало времени. Удачи, пусть твоя любовь светит в темноте этого испытания. Ну окей. Все-таки, мне кажется, у Люси проблема с головой, а не у ее мамы. Такие вот дела. Боги дали мне шанс, в конце концов. Мне нужно найти кентавра Херона. Интересно, с чего мне начать? Так. Похоже на дом Херона, о котором мне рассказывал гипноз. Входа нет, только эти странные инструкции. Квадрат пополам. Понятно. Дом Херона, как мне открыть дверь? С головы мака сочится сок. Но этот сок надо что-нибудь взять. Интересно, есть ли другие части? Часть вазы. А здесь у нас на картинке нет вазы, да? Нет, да? Войти или нет? Подожди, давай сначала все немножечко так аккуратненько осмотрим, лишь бы что-нибудь не пропустить. Чтобы потом сюда не возвращаться опять. Ну, вроде бы нет, да? Хорошо. Зуб никак не выдрать тут, не оторвать ничего. Так, тут у нас тоже ничего нет. Ладно, погнали сюда. Так, о, летучая мышь, здоров. Круглый камень. Да, полетела. Во-во-во-во, стоять, дай поглажу тебя, дай поглажу. Почему в земле дыра? Здесь дверь заперта. Что мы можем взять? Это просто палка. Так. Записочка еще одна. Да? Выглядит очень старой. Часть вазы. А почему? Не самая лучшая идея. Ну ладно. Все-таки ваза вроде бы. Починить ее надо. Четырехгранный камень. Угу. Я понял. У этого растения надо как-то забрать будет. Это все, что у него там во рту находится. В пасти ее. Этого растения. Так. Посох. Часть вазы. Может посохом как-нибудь тут? Не самая лучшая идея. Ладно, давайте пойдем сходим. Сюда мы можем сходить, нет? Нет, да? Ага. Я понял. Так, здесь что-нибудь можем тут? Дверь заперта. Не самая лучшая идея. Нам надо сделать следующее. Нам надо как-то... эту летучую мышь перегнать туда. Ага. Интересно. А ну-ка. Ладно, давайте поставим палку сюда. Летучая мышь.
Летит, 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 летит. Куда ты летит-то? Куда ты полетела-то, э? Ты глупое создание-то. Лети к своим. Он перелетает туда. Так, а если... Подождите, палку поставить. А если палку сюда воткнуть? Он вообще никуда не летит. Перелетает сюда. Интересно. Может быть, тех надо активировать? Тоже, пускай тоже летают. Ага, эти полетели. Куда вы полетели-то? Так, ты полетела сюда. Ты летишь. Ух, далеко ты полетела, подруга. Так, ты летишь. Ну эти две летят сюда. Нам надо с этой разобраться. Ну вот, да, все правильно? Хорошо. Вот с этим делом мы разобрались. Отлично, мяч. Не думаю, что это сработает. Боже, это растение питается мухами. Так, нам нужны мухи. Все, я понял. А ну-ка попробуем мяч. Есть такое дело? Ага. Попали. Куда нам надо? Теперь, что здесь мы можем взять интересного? Пока что я ничего интересного здесь не вижу. Так, ладно, поднимаемся наверх. Самая странная особа из когда-либо встреченных мною. Зачем все эти нити? Ну, кто знает? Не знаю. Не работает. Пока не ясно. Зачем нам сюда было идти? Зачем все эти нити? Да непонятно. А, вон оно что. Сюда можно что-то можно добавить. А что? А, вон оно как. Кто-то уже лежит. Я понял. Так, секунду. Не, секунду. А чё... Не пойму, а почему вот сейчас заработало? Вот кто мне скажет? Вот... Почему сейчас сработало? Я не пойму, я же это делал уже. Вроде бы.
странно, очень странно. Ну да, это было логично, это было правильное решение. А почему не срабатывал-то, я не могу понять. Странно, может, я как-то не так там делал что-то? Странно, очень странно. Опа. Дедуль проснулся. Как оно? Поспал хорошо? Сын, это ты? Ты вернулся? Нет, я Люси, извините, я не могу найти вашего сына. Прости, мои чувства подводят меня. Мой сын отправился в путешествие, чтобы найти маг. Мы каждый год кладем их на могилу моей возлюбленной жены. Нить снов, которые я плету, неумолимо израсходуются. Как только закончатся они, закончится и моя жизнь. Это мой маленький шанс подарить ей цветы, но сын так и не вернулся. Это ужасно, я должна найти его, я тоже потеряла кое-кого близкого. Люси, ты подарок богов, возьми это кольцо, оно принадлежало моей жене. Я вырезал маки на его гранях. Так сын узнает, что это я послал тебя. Спасибо, но я не знаю, с чего начать поиски. Найди Херона, он ученый кентавр, он знает ответы на многие вопросы и может указать дорогу. Увидимся, предельщик снов. Даже знает, как его зовут. Удивительно. Так, кольцо. Что-нибудь тут как-нибудь ткнуть на нем нельзя, да? Как-нибудь открыть его. Ну ладно. Нет, да? Подождите, а... А вот по этой инструкции, да? Вот, например, если я положу 4-гранный камень... Не, никак, ничего. А если круглый камень положить? Вот, вот, да. Наверное, так и надо. Не, не хочет его разделять, жаль. Так, а может быть это что-то объединить сюда? Да нет. Подождите, а если половинка-половинка? Звездочка, так, ладно. Ну как открыть мне дверь? Ну как, вот так вот попробуем. Я не знаю, зачем мне делать такое. А какую-то деталь, получается, надо воткнуть, похожую на это. Ничего такого похожего и нет. На разъем в двери. Окей, так, ладно. Идем сюда. Тут придумать, а что? Да, это понятно с головы. Так, мака, сочится сок. Так, не знаю, что произошло. Я куда-то свалился. А куда, не знаю. Наша Люси куда-то провалилась. Ой. Ладно, на этой ноте я закончу. На этом моменте, то есть. Ой, да. Куда? Куда ты делась-то? Ты чего куда-то провалилась-то? Непонятно. Окей. Ребят, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами были Иллинойс и игра Lucid Dream. Всем пока.